Здравствуйте, мои дорогие. Новый маршрут построен. Я иду на прием к врачу. Сегодня 27-й день моего больничного. Заживают мои раны. Тут уже давно зажило, даже ничего это обсуждать. А вот с этой стороны тоже уже намного лучше, уже ничего не просачивается, но неизвестно, как там выглядит внутри. Может, внутри все иначе. Что ж там внутри-то? Короче, извечный вопрос. Продлят ли мне больничный еще хотя бы на несколько дней? Вот, ну, люблю я, короче, вот, находиться на больничном. Я выложил много роликов, которые раньше не мог никак выложить. Времени не было. Короче, да или нет, вот в чем вопрос, да? Да или нет? Солнышко светит, плавают облачка. Дождя не предвидится, и это хорошо, потому что зонт я не брал. Хочется лета. Придется, наверное, обратно проситься отца моего. Хотя бы пару дней. О, Господи. Да. Еще пару дней, чтобы врач продлил больничный. Ну что ж, молитва обращена. Осталось подождать. Счастья, удачи, любви.